Всем привет! Сегодня у меня начинается очередная рукодельная неделя, последняя июньская, да, она получается неделя. И начинается она у меня замечательного ангела от Лейти Стич. Выпала эта работа в игре «Вышить все», которая проходит у меня ВКонтакте. Вот выпала единичка у меня под этой цифрой «Ангел». Поэтому неделя начинается именно с этого процесса. И я, в общем-то, очень даже рада, потому что по этой работе у меня тоже есть определенные планы на лето. Я хотела довести ее до 70%, а на данный момент там, по-моему, 30%. 9 или 38%, что-то такое. Так что повышивать эту работу и нужно. И, в общем-то, я это сделаю с большим удовольствием. Даже на прошлой неделе у меня тоже были мысли взять ее, но перевесили другие процессы. Вот, поэтому будем вышивать этот дизайн. Сейчас у меня работа выглядит вот так. И что я здесь планирую сделать? Я думаю, что я займусь, скорее всего, ее платьем и вот этой вот накидкой. То есть буду вышивать вот эту часть и вот эту, наверное, тоже параллельно сразу, потому что здесь одни и те же цвета с двух сторон идут. Ну, не знаю, посмотрим. То есть, может быть, как-то параллельно, может быть, сначала одну сторону, потом другую. Трудно сказать, как здесь рука поведет, да, куда вышивать крестики, туда и пойдем. То есть, это первая и обязательная 1000 крестиков, которая у меня будет на этой неделе. Что я еще хочу взять? Хочу я на самом деле многое, но возьму индианку. Будет у меня две барышни сразу в начале недели. Вот ангел и вот эта девушка. Я вышивала ее и на прошлой неделе. Уже 70% вот здесь у меня готово. Осталось здесь вышивать 3000, по-моему, 200 крестиков. Плюс потом еще какие-то украшательства. Ну, когда я говорю 3200 крестиков, это тоже с учетом бисера на самом деле. Да, по-моему, да. Я в прошлый раз вышивала петитом вот руки, ну и немного вот здесь тоже сари. А в этот раз я буду вышивать в основном красными оттенками, коричневыми вот здесь вот эти вот вышила. И сейчас мне предстоит вот эту часть сари красным цветом тоже вышить. То есть я думаю, что, наверное, как раз вот эту часть я и повышиваю, и доберусь до головы, до лица девушки. Наверное, так. Ну, мне трудно спрогнозировать, сколько здесь крестиков, потому что, в общем-то, крестики крупные, вроде бы работа продвигается быстро, поэтому, может быть, получится все это сделать. Не знаю, не уверена, правда, но давайте посмотрим, да, как это будет. И вот, значит, этой девушке я хочу уделить, ну, довольно много времени. То есть я думаю, что вот я ангелу уделю вечерок, постараюсь 1000 крестиков за вечер сделать, а потом буду заниматься максимально индианкой. Так, ну и еще один процесс, к которому вы, вероятно, уже привыкли, потому что он уже каждую неделю стал появляться в кадре, так как я его вышиваю, ну не то чтобы совсем между делом, здесь разные этапы бывают работы, иногда я прям сосредоточенно вышиваю, потому что нужно внимательно считать, я вот даже на прошлой неделе ошибалась вот здесь, вот в этом колокольчики. Но есть этапы, которые вышиваются не глядя в схему. Сейчас как раз вот такой вот у меня этап. То есть я буду оплетать бридами колокольчик. И вот здесь тоже нужно сделать это оплетение. Так как у меня сегодня день, когда я занимаюсь монтажом. Видео предыдущей недели как раз монтирую. То вот во время монтажа это очень удобно как раз делать. Потому что не нужно никуда дополнительно смотреть. Поэтому вот это работа тоже будет продвигаться, по крайней мере, вот в таком формате. Ну, а если я завершу делать бриды и будет время у меня еще заниматься этим сюжетом, то я пойду вниз, и здесь мне предстоит сделать вот эту вот такую звезду и вот это вот сердечко. Ну, докуда доберусь, не знаю, покажу. Буду показывать и держать вас, конечно же, в курсе. Вот такие у меня планы на ближайшие дни. Пока мы, опять же, обходимся без каких-либо стартов. Я так каждый раз об этом говорю, ну, потому что меня на самом деле тоже так гложет иногда сомнения. И вроде как работы, те, которые начаты, у меня сейчас очень хорошо продвигаются, и меня это просто радует, вдохновляет, подзаряжает. С другой стороны, вроде бы там тоже куча всего интересного запланировано, новенького, да. Тоже хотелось бы
к этому как-то приступить, и поэтому я каждый раз, у меня такая дилемма, что взять, новое или старое, новое или старое. Пока я все-таки склоняюсь к старенькому, но посмотрим, как будет дальше. Там еще буду выбирать задания из ваших комментариев, там тоже возможны старты, вдруг кто-то проголосует. Очень даже любопытно, но может я и сама решусь чего-нибудь стартануть новенькое. Вот такие у меня планы. Увидимся через секунду. Вот я уже и готова показать вам, что я вышила. В том числе вышила в Ангеле. Давайте с него, наверное, начнем. Вставляю вам картинку, как он выглядел у меня до этого момента. И теперь он выглядит вот так. Вышила я 1000 с небольшим крестиков. То есть, в принципе, сделала вот эту вот норму, так скажем. Повышивала в разных-разных частях. То есть, начиная от того, что я вот часть этой рамки вышивала, красную именно часть, вышивала вот здесь вот красными всеми оттенками, они новенькие появились, вышивала зеленым, то есть вот здесь тоже что-то появилось, и уже под конец решила сменить палитру и повышивать голубым цветом. Вот как-то так, везде так понемножечку добавилось, и вышивается все по-прежнему прекрасно, то есть ничего нового сказать пока не могу. Как бы понятно, что вышиваю вот эти вот части, и, в общем-то, наверное, все, что я могу сказать вам по этой работе. С удовольствием беру ее каждый раз в руки, с удовольствием она у меня вышивается. А, да, преодолела отметку 40%, 43% уже готова в этой работе. Переходим к индианке. Это, конечно, та работа, которой я уделила максимальное количество времени. Вышила я здесь больше 2000 крестиков, 2200 или 2300, что-то в этом роде. Готова у меня теперь работа на 90%, и я вам так не показываю, что же у меня, в общем-то, готово. Вот. Таким образом у меня выглядит сейчас девушка. Да, все крестики здесь сделаны, полукрестики, петиты, в общем, все-все-все вот это вот сделано. Но здесь еще довольно много работы предстоит. Нужно сделать бэкстич, нужно всякие французские узелки, ну, то есть вот эти все украшательства, бисер. В общем, здесь еще поработать нужно. Так, что вам рассказать по вот этой части? Вышивалась, в принципе, легко. Ну, что касается вот такой обычной крестиковой части, вообще все легко делается, шьется прекрасно, беспроблемно, замечательно. Если будем говорить о той части, которая вышивается петитом, петит здесь вышивается крестиком в одну нить. Ну, я думаю, что многие знают, да, что петит, он может вышиваться по-разному. То есть он может шиться полукрестом, может шиться крестом. Здесь, в общем-то, каких-то жестких правил нет, кто как делает, но здесь именно в ключе был указан крестик в одну нить, и я решила делать именно так. В общем-то, здесь с этим сложностей нет, потому что каун 25, он, конечно, не слишком крупный, да, когда вышиваешь петит, но, тем не менее, как-то нормально на нем шьется. Давайте, может быть, даже вам поближе покажу. Эти мои миленькие крестики. То есть здесь петитом вышиваются руки. Вот эта рука, это у меня в прошлый раз уже было вышито. И вышивается петитом полностью от шеи, лицо девушки. И, может быть, это не очевидно, но также петитом вышиваются ее волосы. То есть вот эти черные крестики, это тоже мелкокрестики, да, через одну нить переплетения. Крестом здесь вышиваются вот эти цветы. И вот ну, такое что-то, не знаю, скажем там, ободок. У девушки в волосах вышивается обычным крестиком, а вот волосы полностью вышиваются петитом, но вышивается это легко, то есть, я не знаю, мне как-то вроде сложности не было. Конечно, это дольше, потому что мы вместо одного крестика, получается, делаем 4, но, с другой стороны, получается так довольно-таки нежненько, ну, в данном случае, по крайней мере, меня все устраивает. Ну, и здесь вы, наверное, видите вот эти вот такие прятки, здесь и здесь, это я
уже когда закончила делать петит, в принципе, уже хотела на этом остановиться, но потом решила сделать все-таки, вышить черный бэкстич. Он идет вот так вот по контуру волос, вот здесь. Вот здесь тоже около лица. И вот спускаются две такие прядочки. А, да, еще на глазах. На глазах тоже выполняется бэкстич черным цветом. То есть, ну вот, уже как-то она более отчетливо смотрит на этот мир. Конечно, здесь будет еще довольно много различного бэкстича. Мне нравится уже, как это смотрится. Здесь вот эта вот точка, да, знаменитая у индианок, которая на лбу красная. Тоже такая одна маленькая красная петитинка. И вот она уже очень тут изящно тоже смотрится. Что еще хотела рассказать? Есть тут было пару одиночек, мне встречались. Ну, какие-то, допустим, вот здесь вот зеленый крестик. Здесь одиночка вполне оправдана, потому что это будет вот такое вот украшение здесь. И как бы этот зеленый крестик, он такой вот, ну, центр этого украшения. Был еще одиночный крестик вот здесь. То есть вот такой вот один крестик, он отличается от рядом стоящих коричневых крестиков, он более темный, но он чуть более темный, то есть здесь вообще два цвета, они очень похожи, это два коричневых оттенка, и чуть более светлым вышивается, вот допустим, вся вот эта полоса, чуть более темным идет вот здесь вот немножко крестиков, вот такая вот, я не знаю, насколько это будет видно через камеру, вот вживую это... Если знаешь, можно разглядеть. Если нет, мне кажется, ну, незаметно. С другой стороны, возможно, там, когда будет бэкстич, как-то вот это, что немножечко эта тень чуть темнее, будет нормально как-то это все выглядеть, наверное. Ну, вот пока это различие как-то не особо читается. И ладно, здесь как бы, ну, там все-таки, не знаю, штук 15, наверное, крестиков есть. Но также вот здесь вот этот один крестик, он более темный. Я сделала его как и положено, решила, ладно, пусть будет. Хотя тоже понимала, что, в принципе, можно было сделать и вот этим близким цветом, в общем-то, ничего бы, наверное, не изменилось. Но много здесь еще работы, конечно, предстоит, как я вам уже сказала, еще раз могу повториться. Здесь нужно будет и бэкстич вот здесь вышивать, и по вот этой части, и опять продолжить вот здесь вот много желтеньких французских узелков сделать. Вот здесь тоже будет много бэкстича, вот здесь. И еще на голове у девушки тоже будут там всякие украшательства. Здесь, я не знаю, это надо посмотреть, почитать, что тут у нас будет делаться. Бисер пришиваться будет также поверх. То есть это нужно будет вернуться и вниз работы тоже. Ну, в общем, довольно много всего. Еще я тут обнаружила даже, что я бэкстич вот на этих зданиях не вышла, которые вышиваются полукрестом. Полукрест вышивается в две нити, а бэк, вот эти вот такие шпили, они вышиваются в одну нитку. И я как-то не сразу обратила внимание на то, что они там должны быть. Поняла, что их нет, что что-то не так. В прошлый раз, когда монтировала видео и через вот уже при монтаже, да, посмотрела, как-то больше обратила внимание, смотрю, что-то мне тут, кажется, не хватает. Оказалось, да, действительно, бэкстича не хватает. Тоже нужно будет доделать. Поэтому, конечно же, я хочу доделать эту работу на этой неделе. По саге, если мы будем смотреть, там мне осталось 900 условных крестиков. Ну, по сути, самих крестиков там не будет. По факту работы еще чуть больше, потому что некоторые декоративные элементы в саге не указаны. Но все равно мне, конечно, хочется эту работу завершить. Наверное, было бы странно, если бы я ее на этом этапе отложила и сказала, а пусть полежит. Ну, как бы это не мой случай. Я, как правило, в такие моменты уже работу не откладываю. Ну и еще одна работа, которой я тоже немного занималась, это хардангер мой. Это декоративная дорожка. И здесь я глобально, наверное, изменений никаких нет. То есть я сделала бриды на колокольчиках, на вот этом сердечке. То есть вот эту часть как бы доделала. Здесь вот эти вот элементики такие появляются, да, у колокольчика. Вот эти звенящие, которые как язычок, да, вот. Кажется, так это называется. И дальше я могу тоже здесь переставлять снапы и идти вниз вышивать вот эту часть.
уже буду переходить к завершению дорожки. Так, ну, вроде бы все. И мы можем переходить к выбору задания из ваших комментариев. Вставляем ссылку. 219 комментариев на данный момент. Спасибо вам всем огромное. Спасибо вообще всем огромное за поддержку, за комментарии. Многие написали, что совершенно не скучно смотреть видео, даже когда процессы старенькие, никаких новых стартов. Кто-то написал, что так даже лучше, что это помогает и самим тоже завершать процессы. Мне это очень приятно. Но были, конечно же, люди, которые говорили, ну, в принципе, и стартик было бы неплохо. Кто-то голосовал за старт, кто-то просто писал, что, в принципе, все нравится, и старты, и финиши, и продвижение. В общем, всем вам огромное спасибо за то, что откликнулись, за то, что написали. Вообще, мне очень приятно получать ваши комментарии. Это важно. И сегодня я так пыталась тоже как-то немножечко проанализировать, за какие работы вы голосовали больше. Мне показалось, что много было голосов за шале, довольно-таки много было голосов за лошадок, за индианку, чтобы она уже добралась до финиша. За остальные работы тоже, за орла, наверное, тоже довольно много голосовали. В принципе, и за все остальные работы голоса были, но уже, наверное, поменьше. Нажимаю старт и ждем, что же сегодня нам выдаст Лиза On Air, чем нас порадует. Так. И сейчас будет сюрприз. О, прям так до конца все тщательно. Ну давай, выдай свой вердикт. Эй! У меня сегодня что-то с интернетом, по-моему, как-то он не очень хорошо работает. Что такое? Вот, Ксения Каменских, лесной сэмплер. Мы таки дождались. Да, за лесной сэмплер тоже голосовали, хотя не так уж много было голосов. Ксения, спасибо. Будем продвигать лесной сэмплер. Лесной сэмплер от Анкор. У него тоже довольно много поклонников. Многие отмечают, что он очень красивый. Это действительно так. И мало того, что он очень красивый, он еще достаточно реалистичный получается. То есть вот эти все животные. Здесь, я не знаю, какая-то... Нельзя сказать, что прям реалистичная картинка полностью, но вот какие-то отдельные элементы, а именно животные, они получаются очень здорово. Вот мухоморчики, на мой взгляд, ну не сказать, что они прям реалистичные очень, а ежик, зайчик, барсук, они прям вот, ну на барсука вот сейчас, да, очень удобно смотреть, ну смотрите, какие глаза, они просто вот настоящие. И, конечно, мне тоже нравится этот сэмплер, он замечательный, удивительный. Ну и сейчас я прям с таким энтузиазмом каждый раз, когда эта работа мне выпадает, беру ее, потому что легкая часть идет, не нужно там что-то долго как-то ковыряться, все прекрасно продвигается. В прошлый раз я вышила вот эту речушку и начала вышивать берег, поэтому в этот раз буду продолжать вышивать берег. Я думаю, он чуть более оформится, вышью на этой работе 1000 крестиков и полагаю, что пока, опять же, никаких сложностей у меня здесь возникнуть не должно. Буду, скорее всего, дальше продолжать вышивать крестики в одну нить здесь, прекрасно все будет у меня вышиваться. Так, 1000 крестиков здесь будем делать. Что еще буду делать? Ну, я думаю, что вы поняли, что я буду заканчивать индианку. И вот 1000 крестиков, конечно, в лесном сэмплере будет обязательно. А дальше вот я сосредоточусь на том, чтобы завершить индианку. Очень уж мне этого хочется, потому что, ну, красотка же раз. И самое интересное у нее здесь вот в конце. То есть, как вот это все будет смотреться. Я больше всего переживаю по поводу бисера, который вот здесь вот разбросан поверх крестиков уже. Сейчас заметила такой момент. Ну ладно, ничего страшного. Заметила, что здесь есть, по-моему, французские узелки. А может это бисер? Может быть это бисер. Просто я подумала, что если французские узелки, то я могла бы их сделать сразу, когда вышивала бэкстич. Но если это бисер, то
то ладно. Вот, то есть это, конечно, все самое интересное, очень любопытно, как все это будет получаться. И я уже там посмотрела, как можно пришивать бисер поверх крестиков так, чтобы он все-таки вот ложился хорошо. Попробую новый для себя способ, пока так еще не делала. Так что здесь мне тоже предстоит работа. Работы много, но она обещает быть очень даже любопытной. Что будет еще? А будут они. Да, они лошадки. Риолис в лучах заката. И все-таки я подумала, что очень хочется мне эту работу двигать к финишу. Хочется мне увидеть завершенный такой вот большой сюжет. Один из самых своих, ну даже самый свой крупный сюжет на данный момент. И я буду ее продвигать. Не знаю, насколько у меня получится продвинуть эту работу на этой неделе. Но насколько бы ни продвинула, будет здорово. И очень будет здорово, если мне останется вышивать меньше 10 тысяч. Потому что сейчас я точно не посмотрела, но там 11 с чем-то. Мне кажется, примерно 11200, 11300, что-то такое мне осталось вышивать. И если вот я вышью там 1000, да, вот эту, ну, 1500, скажем, то мне останется уже меньше 10 тысяч вышивать. И это будет очень даже приятно на меня влиять и мотивировать меня взять эту работу в очередной раз. Потому что вот на прошлой неделе я прям от нее оторваться не могла. Мне хотелось ее продвигать как-то вот максимально. А потом вот я прервалась на несколько дней. И сегодня такая, ну, вроде бы лошадок взять, а вроде бы уже не так уж прям к ним руки сильно тянутся. Но я знаю, что если я начну их вышивать, я снова погружусь в этот процесс, увлекусь. Поэтому я решила, что наоборот, нужно их брать регулярно, чтобы вот это не остывать, как бы не забывать про них. Тогда, наверное, все будет классно и быстренько у нас с ними все получится, все завершится. Поэтому, ну вот в идеале, если останется вышивать меньше 10 тысяч крестиков, будет просто вау-результат, я буду довольна и счастлива. Ну и, конечно же, буду потихонечку, понемножечку продвигать дорожку. Здесь сколько получится, столько получится. Если получится сделать только этот элемент, хорошо. Получится сделать больше, ну еще лучше, значит. То есть здесь как бы у меня каких-то норм нету, она и так, в общем-то, неплохо у меня продвигается и идет. Вот такие планы у меня на оставшуюся часть недели. Увидимся с вами очень-очень скоро. Расскажу, что мне удалось сделать. Ну вот уже и пятница. Будем подводить с вами итоги этой рукодельной недели. И прежде чем мы к этому перейдем, хочу вам немножко похвастаться кое-чем из другой сферы. Если кто-то вдруг не знает, я психолог, и вот получила очередное удостоверение о повышении квалификации по программе «Работа с паническими расстройствами и паническими атаками». Сегодня буквально получила на почте документик, который прислали, поэтому очень рада и довольна. Никак я не могу без каких-то дополнительных обучений, но мне кажется просто, что психология — это такая сфера, где, ну, невозможно изучить все, и постоянно-постоянно хочется каких-то дополнительных знаний. И у меня всегда происходит так. Я когда заканчиваю, так вот уже прохожу какое-то обучение, у меня так уже близко к завершению, такая думаю, ну все, вот сейчас вот это обучение пройду, и все. И у меня будет прям такой большой-большой перерыв во всяких обучениях. Стоит мне только завершить программу какую-то, ну вот, например, вот здесь вот дата выдачи 2 июня, то есть, ну вот пока он еще до меня добрался, там пока все эти моменты были, ну буквально вот месяц, да, прошел, и я такая думаю, так, ну что, ну можно еще чему-нибудь поучиться, да, можно еще куда-нибудь пойти. И так постоянно буквально у меня происходит. В общем, вот такое у меня приятное событие. Еще один документик получила, еще одно дополнительное обучение прошла, знания тоже получила. Не просто обучение прошла. Ну и давайте поговорим о вышивке. Повышивать тоже у меня получилось хорошо. И начнем мы с дизайна от Encore, лесной сэмплер. Давайте вставлю вам фотографию, как выглядел сэмплер до
прибавлены 1000, да, прибавилось именно 1000 крестиков, и сейчас работа выглядит вот так. Повышивала я, ну, именно там вот эту норму, 1045 крестиков у меня получилось сделать в этот раз. И, в общем-то, как я говорила, да, занималась вот этим берегом. Зелень у меня уже тут пошла, вышивается приятно, в общем, эта часть прям такая отдыхательная, наслаждаюсь, но думаю о том, что все же не буду вышивать сразу всю вот эту центральную часть, вышью, наверное, где-то вот до, ну, где барсук заканчивается, да, примерно до этого же момента, вот так, наверное, где-то постараюсь всю часть эту заполнить. Естественно, там что-то вверху тоже будет вышито, но именно сосредоточусь я на вот этом. Наверное, у меня получится как раз, что вот эти вот, не знаю, что это за растения, но, в общем, вот они вот вышьются, и, может быть, вот что-то тут вокруг ног оленей. Самих оленей, наверное, я вышивать пока не буду, скорее всего. И потом перейду вот сюда. Почему я так хочу сделать? Потому что очень хорошо идет эта часть. Вот просто прекрасно идет. И, конечно, соблазнительно от нее не отвлекаться и вышивать ее дальше. Но я хочу себе оставить такие отдыхательные кусочки и на потом. Потому что я понимаю, что вот эти вот элементы, которые по периметру расположены, они намного сложнее. Я тут случайно в саге бросила взгляд на вот эту ветку и испугалась. Не стала ее сильно рассматривать. Ну, там много-много четвертинок просто. На схеме выглядит жутковато, честно говоря. Вот, поэтому я понимаю, что все вот эти вот персонажи будут вышиваться значительно сложнее, поэтому нужно оставить себе еще вот какой-то кусочек этой средней части. Ну, сами олени, мне кажется, сами олени должны тоже неплохо вышиваться. Вот, поэтому хочу сделать вот так. Но еще в ближайший раз, когда я буду брать эту работу, наверняка буду вышивать еще, опять же, берег, да, может даже не один раз, может быть парочку раз буду заниматься этой центральной частью, а уже потом перебираться влево к бабочке и цветочкам. Вот такие у меня здесь результаты. А дальше покажу вам лошадок. И давайте тоже вставлю вам фотографию до. Я очень хорошо потрудилась над лошадками. Прям я довольна этим результатом, потому что теперь они у меня выглядят вот так. По сути, сами лошадки у меня уже полностью готовы, и мне осталось вышить небо. Небо, которое расположено вот здесь, над ними. Там, конечно, еще работы много, но по крестикам мне осталось чуть-чуть меньше 9000 крестиков. То есть даже не 10, а 9000 крестиков. Это, конечно же, очень круто. Из них где-то 330, по-моему, это бисер. Немного есть бэкстичи, что-то в районе, наверное, 500 стежков, примерно вот так. И остальное это крест, ну и полукрест, но полукреста здесь тоже немного. Этот результат меня прям очень-очень порадовал. Я тут посмотрела, сегодня у меня уже 30 июня, и я посмотрела, что за июнь я вышила 7500 крестиков на этом сюжете. Это, конечно, круто. Это внушает оптимизм и желание закончить эту работу летом. Я думаю, что все-таки теперь я хочу закончить эту работу летом и буду к этому стремиться. Было бы, конечно, очень круто сделать это за июль, но нет, не буду себе ставить таких планов жестких, потому что другие работы тоже повышивать хочется. И в июле у меня там, ну, по-разному, там когда-то будут вышивальные дни, когда-то не очень вышивальные, недели даже, может быть. Поэтому таких планов ставить не буду, но думаю, что летом все-таки эта работа завершится и будет очень даже здорово и круто. Что-то еще хотела сказать. Хотела здесь перейти на вышивку от меньшего к большему, то есть посмотреть, какого цвета тут меньше всего, и идти так вот к тем цветам, которых больше всего. Здесь одного цвета около 2000 крестиков. То есть, представляете, из тех, вот, ну, грубо говоря, 9, которые мне остались, 2000 вышиваются одним цветом. Это такой вот темно-синий в этом углу.
Ну, можно, наверное, увидеть. Давайте так вам поближе покажу. Здесь, конечно, шахматка и все такое, но, тем не менее, достаточно плотно все равно. Зашивочка такая идет вот, вот здесь, здесь. И это вот, видимо, я буду вышивать в самом-самом конце. Вот этот цвет 2000. Буду просто зашивать все. Меньше всего какой-то цвет, которого там 26, что ли, крестиков, и я думала начать с него, но, как оказалось, он тоже примерно там же находится, то есть где-то вот здесь, в небе, и отсчитывать, выискивать, где эти там 26 крестиков, мне не хочется, поэтому такой принцип у меня не сработал. Но я думаю, что я просто буду брать какой-то цвет, вот, скорее всего, здесь, который расположен максимально низко, и вышивать им максимальное пространство. Ну, то есть, сколько получится, столько и получится. Ну, просто таким способом у меня вышивается быстрее. То есть, когда ты выбираешь какой-то один цвет, и вот им шьешь, 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 то есть, не переключаешься между оттенками. Тем более, что здесь еще бленды такие сложные. Ну, как сложные. Две нитки одного цвета и одна другого. И у меня номера еще не совпадают в перенаборе и в ключе. Поэтому там мне прям нужно внимательно так смотреть каждый раз, когда я меняю цвет. Поэтому на это тоже время немножечко тратится. И, конечно, когда ты вот один значок одним цветом, ну, или даже блендом шьешь, то это получается быстрее. Поэтому, ну, скорее всего, как-то так и буду дальше продвигаться в лошадках. Следующая работа, которую я вам покажу, это хардангер мой замечательный. Тоже у меня пошился. Смотрите, что я сделала. Я вышила таки вот этот элемент и сердечко, то есть вот этот вот элемент, который находится с краю. И получается, что у меня теперь готов центральный элемент. Плюс в одну сторону дорожка вышита полностью. Но это если мы не берем вот этот вот шов, который по периметру расположен. Я, честно говоря, насчет него вообще сомневаюсь, буду ли я его делать, потому что мне он не очень понравился. Он идет также точно такой же, вот здесь, по вот этой звездочке. И я не могу сказать, что я как-то от него в большом восторге. То есть я посмотрю, может быть, я придумаю что-то другое, но не уверена. Может быть, просто не буду обрамлять, посмотрю. Если меня устроит без обрамления вот такого дополнительного дорожка, то, может быть, и не буду больше делать. Ну и что, давайте развернем. Все равно мне раму переставлять и посмотрим, как выглядит вот эта вот часть работы. Конечно же, она мятая, но тут уж ничего не поделаешь. Но я думаю, что будет видно, какая красота получается. Вот так выглядит половина моей дорожки. Вот. Мне кажется, ее нужно будет потом накрахмалить. Расскажите мне хорошие способы накрахмалить дорожку. Здесь вот у меня есть такие длинные стежочки. Наверное, все-таки их надо будет прихватить по принципу выкладной нити кое-где. Я здесь уже стала делать их меньше. А вот здесь еще рискнула сделать большие стежки длинные. С этим мы обязательно разберемся. Ну вот, думаю, что да, накрахмалить, наверное, было бы хорошо. Поэтому, если у вас есть какие-то способы, которыми вы, может быть, пользуетесь, пользовались когда-либо, то подскажите. Я не очень большой специалист в этом вопросе. Хочется подправить кое-что, потому что все-таки под куснапами немножечко заминается тоже. Все равно очень нравится, все равно очень красиво получается. Я прикинула, у меня где-то 60% готово. Может быть, даже чуть больше. Но это еще, если включать вот тот шов, который по периметру, то, соответственно, будет 1%. А если не включать, то другой процент. Но в целом все равно. Вот такая у меня получается красотища. У меня спрашивали, что за основу я взяла. Где-то в комментариях у меня спрашивали, по-моему. Поэтому я напоминаю, что это дорожка от фирмы Оленшлёгер. Вот ее название. Это датская фирма. И у меня все было в наборе. И основа была в наборе, и нитки были в наборе. Ну и, соответственно, схема тоже. Вот. И также по-прежнему вы можете получить скидку 10% на наборы этой фирмы и наборы от фирмы Stucrafts на сайте gela.ru.
по промокоду HobbyArt. Информация есть в инфобоксе. На Орла скидочка 20%, там промокод другой, но тоже, в общем, информация есть, если вдруг кому-то нужно. Орел от Сюкрафт, с которого я вышиваю, но вам не показываю сегодня. Так, и идем дальше. А дальше вы, наверное, ждете, что я покажу вам готовую индианку. Но я вам действительно ее покажу. Да, я дошила индианку. Она, конечно, прекрасна и шедевральна, но помучила она меня знатно. Вот как раз на завершающем этапе, на этапе пришивания бисера, каких-то дополнительных элементов, тут, конечно, требуется усидчивость и терпение. Мне когда кто-то говорит по поводу вышивки, сколько же у тебя терпения, я немножечко удивляюсь, потому что, ну, я вышиваю не потому, что я очень терпеливая, а потому что мне процесс нравится. Но бывают вот такие моменты, когда терпение все-таки какое-то нужно, чтобы, ну вот, например, в этом случае завершить таки работу, да, не забросить ее, не сказать «надоело», «когда-нибудь закончу потом», не знаю, «в следующей жизни», а вот собраться и, несмотря на то, что не самый, может быть, такой любимый процесс, но завершить ее. Что здесь я сделала? Давайте поближе. Поближе, поэтапно. Ну, конечно же, я полностью тут бэкстич весь вышила, так как здесь бэкстич идет в том числе с использованием металлика, кое-где я его делала выкладной нитью, ну, где мне это казалось уместным, где-то просто вышивала, как обычный бэкстич. Ну, вот здесь, например, по низу рукава идет у меня линия выкладной, здесь что-то выкладное, что-то нет, ну, там он так немножечко пунктирно, на самом деле, эта линия идет, поэтому здесь, в общем-то, не особенно требовалось выкладную использовать. А вот здесь вот эти вот линии я делала выкладной, между ними там узор такой вышивается, его я не стала делать выкладной, сделала просто обычным стежком назад иголку, да, то есть не стала ничего такого применять. Так, ну давайте вот еще сверху посмотрим. Здесь у нее прическа, на прическе у нас вот такие вот цветы, цветочки делаются с помощью Lazy Daisy, то есть здесь просто Lazy Daisy по, как сказать, по кругу, да, идут. Сначала я делала вот этот вот красный цветочек, потому что он дальше находится, и если он будет где-то перекрываться белым, то, мне кажется, это нормально. И потом, соответственно, белый цветочек. Вроде бы они получились хорошо, я довольна. Хотя лейзики в две нити делать не сильно люблю, но вот вроде бы неплохо все получилось. Далее, вот здесь вот беленькие, такие маленькие беленькие, это французские узелки, их тут довольно много. Ну, к французикам я отношусь хорошо, в целом, как бы, даже, можно сказать, люблю их делать, поэтому здесь никаких сложностей не было. Далее у нее есть прически вот такие моменты. Это бисер Petit белый плюс золотой, вот здесь вот и вот здесь тоже идет. Французские узелки есть еще в глазах у нее. Бэкстич. Бэкстич как-то у меня везде вышивался, в принципе, легко. Единственный момент, который немножечко меня, ну не то что смутил, но как-то посложнее шел, это на губах. Вот сейчас смотрю, вроде бы нормально губы смотрятся, но когда я вышивала, меня как-то это все смущало. Мне казалось, что до бэкстича они смотрелись лучше, чем после. Поэтому этот момент меня как-то немножко напряг. Ну, вроде бы, вот говорю, сейчас смотрю, и вроде бы все хорошо. Далее вот здесь вот эти вот... Вся история вот эта. Что мне не понравилось? Мне вообще не очень понравилось то, что здесь бисер пришивается поверх крестиков. В принципе, я нашла способ, который меня более-менее устроил. Во-первых, вот эти вот разбросанные такие бисеринки беленькие, маленькие, это Petit. Они расположены как бы, как вам сказать, не в центре этого крестика, они расположены как бы между крестиками или вот в уголке, то есть где у нас пересечение четырех крестиков идет, то есть вот там. И там, в принципе, вот такие петитинки ложатся неплохо. Единственное, тоже у меня был вопрос, как их пришивать. По диагонали, по вертикали, по горизонтали. Ну, в общем, в итоге я выбрала себе направление. Я пришивала таким горизонтальным стежком. То есть у меня, получается, бисеринка вертикально становилась.
И вот здесь как бы это все более-менее лежало неплохо. Что касается вот бисера более крупного, то он уже хуже ложится поверх крестиков. Тем более, что вот здесь вот он идет как раз именно, ну, вот внизу красные крестики вышиты, а сверху пришивается белый бисер. Мне кажется, ну, можно было не делать этих крестиков под белым бисером. И как раз этот бисер хорошо бы лег в пустующее пространство, и было бы прекрасно. То же самое вот здесь с браслетом, вот этим зеленым браслетом. То есть под вот этим зеленым бисером 5 крестиков в ряд зеленых вышито. И потом поверх этих крестиков пришит зеленый бисер. Зачем? Спрашивается. Может быть, конечно, можно было более внимательно как-то это рассмотреть схему и избежать этих моментов. Но здесь очень много бисера. И когда я вышивала вот по саге, я просто отключила видимость бисера, потому что мне он очень мешал. Даже несмотря на то, что он там приглушенный такой, но тем не менее было неудобно. Поэтому я отключила эту видимость и как-то решила, что с бисером буду разбираться после. Но вот моя рекомендация тем, кто будет вышивать эти работы, ну, я думаю, что и другие из этой серии тоже плюс-минус, да, там та же история, скорее всего. Обратите внимание, вот особенно таких моментов, конечно, здесь не так много, вот именно в этой девушке, где бы вот так вот в ряд пришивался бисер. То есть, собственно, это вот здесь и вот здесь, наверное, и все. Но, по крайней мере, хоть чуть-чуть себе облегчите задачу. То есть не вышивать крестики под этим бисером, а просто оставить место для бисера. Также вот здесь такие перстни, конечно, вроде бы, ну, красиво, наверное, это смотрится, но тоже как-то, в общем, все странно. Что мне не понравилось, как у меня получилось, это вот эти браслеты, которые вышиваются гладью, металликом. Это вот здесь, это наверху, вот здесь в руке, и вот на вот этой руке. То есть вот эти три момента, они вышиваются, то есть под ними тоже крестики вышиты. И сверху вышивается гладью. Ну, здесь ладно, здесь я соглашусь с вышитыми крестиками, потому что такой получается как бы настил, да, то есть за счет этого объем создается в данном случае. Но вышивать гладь гамовским металликом — это та еще задачка. Здесь я бы перешила, честно говоря, мне не очень нравится, как у меня получилось, хотя как бы так вот сейчас смотрю, опять же, издалека вроде бы ничего, но я не особенно довольна, и я бы перешила, если бы это не испортило всю работу. Я просто боюсь его распускать, мне кажется, там просто в хлам все будет разодрано, ну, то есть сама основа, крестики, которые под этой гладью и так далее. Я просто побоялась распускать. Раз. И не факт, что у меня получится лучше во второй раз. Это два. Поэтому решила оставить так, как есть. Что тут еще такого интересненького? Вот это вообще подвеска, да? Вот это украшение. Часть, которая цепочка, она вышивается выкладной нитью. Ну, то есть набираешь бисера. Вот я набрала бисера по всей длине от, начиная с шеи до, собственно, вот этого украшения, проложила и потом в нескольких местах пришила эту цепочку. И с другой стороны точно так же. То есть такая вот выкладная нить получается. Еще тут были французские узелки металликом. Они вот здесь идут. И вот здесь тоже идут французские узелки металликом. Тоже не особенно они меня порадовали. Ну и потом начала я спускаться вот сюда вниз по платью. Тоже здесь пришивать бисер. Вот здесь у нее на вот этой оранжевой тоже части тоже есть бисер Petit. Ну так немножечко разбросан. Кстати, он смотрится очень хорошо. Ну то есть как-то прям так нежненько. То есть вот, не знаю, на мой взгляд, прям хорошо вписывается. Ну а вот здесь, конечно, вот эта часть, она наиболее богато украшена. И тут прям долго я пришивала весь этот бисер. Я освоила новый способ пришивания бисера, потому что меня не устраивало то, как он выглядит на обложке. Давайте покажу вам обложку. Вот обложка. И вот здесь, когда я внимательно смотрела на
что как лежит бисер, он лежит там как попало, он лежит корявенько, он там падает у них в разные стороны. Мне, кстати, меня это тоже немножко удивляет, потому что, ну, мне казалось, перед тем, как фотографировать, можно было, конечно, там и поправить все. Но я решила пришивать бисер так, чтобы он меня не падал никуда по возможности. Поэтому я в некоторых случаях пришивала бисер крестом. Это, ну, я думаю, что кто вот ушивал Милхил, те с этим точно сталкивались. Там петита обычно пришивается крестиком. Я здесь, наоборот, пришивала крупный бисер как раз крестиком. Петит без этого обходилось. Он так более-менее, говорю, вот в эти ямки между крестиками он как-то ложится хорошо. А вот вот этот белый бисер разбросанный, он, конечно, болтается, поэтому здесь я либо пришивала его крестиком, либо еще есть один способ пришивания бисера. Мне его подсказали в комментариях, по-моему, когда я, может, делала обзор еще на вот этот дизайн, или я тогда, видимо, высказала свои сомнения по поводу того, как здесь пришивать бисер. И мне написали, что по методу Фаби-Рейли можно пришивать бисер. Только тогда нужно брать нитку в цвет основы. Я нашла этот способ, попробовала, мне он понравился. То есть именно вот с точки зрения того, как бисер лежит, мне он понравился, этот способ. И я тут очень часто им пользовалась. Ну, в большинстве даже, скажем так, случаев я им пользовалась. Там тоже нужно вот как крестиком, когда мы пришиваем, два стежка делать. И по методу Фаби-Рейли там тоже делается два стежка, но несколько иначе. И, конечно, это добавляет времени, которое необходимо потратить на эту работу. Но я справилась, я рада. И чтобы избежать вот этого, брать нитку в цвет основы, вообще где там что, как будет видно, не видно, я поэтому пришивала мононитью весь бисер. И я думаю, что вы видите, что никаких ниток у меня не видно. Поэтому, собственно, и не видно, потому что мононитью пришивала в две нити. Да. В две нити. У меня достаточно тонкая мононить, поэтому в две нитки я ее использовала. Так, ну вот, вот такая красота получилась. Вот так все тут расшито. Здесь, конечно, и металлик поблескивает местами, да, то есть кое-где он используется. И бисера много вот в этой части. Вот здесь, конечно, у меня тоже. Вот под всеми вот этими бисеринками есть крестики. Ох, как меня это... Ну, не то чтобы злило, но вопрос «зачем?» возникал регулярно просто. Мне кажется, можно было как-то продумать это и сделать несколько иначе. Вот здесь у нас внизу разбросанный белый бисер крупный идет. Потом где-то вот в этой части, в центральной, тут есть и крупный белый бисер, и мелкий петит. А вот в самом верху, вот здесь мелкий используется. Ну, в принципе, все красиво, все очень интересно придумано. Ну, на мой взгляд, в общем-то, достаточно хорошо все продумано, но вот я бы кое-какие моменты улучшила. То есть вот все-таки можно же вот этот белый бисер разбросанный тоже оставить для него какие-то пустующие места и туда его вшить вообще без проблем, ну, на мой взгляд. Не обязательно пришивать же его между крестиками. Понятно, что когда вот пришиваешь поверх всех вышитых крестиков, то там можно располагать бисер как угодно. А если мы оставляем под него пустое место, то ну вот, прям только туда. Ну, то есть именно вместо крестика, да. А здесь мы можем располагать и между крестиками, и на пересечении четырех крестиков. Ну, то есть вроде бы более свободное такое расположение. Мне кажется, можно было все-таки как-то это продумать и сделать несколько иначе. Вот. Но получилось в любом случае красиво. Я благодарна индианке как минимум за две вещи. Первое, это то, что я здесь попробовала делать вот бэкстич вот такой, о котором снимала отдельное видео, чтобы он такой был более плавный. И, на мой взгляд, конечно же, он смотрится намного лучше, чем вот тут вот на обложке, да, вот белый бэкстич. Мне кажется, мой как-то интереснее выглядит. И освоила новый способ пришивания бисера, что, в общем-то, тоже неплохо. Глядишь, еще когда пригодится. Так что это тоже замечательно. Ну вот, такая вот у меня красавица получилась. По размеру, да, немножечко, и по материалам
скажу. По размеру. Здесь указан размер 28,5 на 34 сантиметра. Это уже с запасами. То есть это если мы вот тут по бокам добавим по сантиметрику, полтора где-то. И вверху, внизу тоже, если мы добавим пространство. То есть вот этот размер 28 на 34, это не по крестикам. Это с учетом свободного пространства, поэтому немножко она все-таки поменьше, сама вышивка. Ну и по материалам. По материалам, значит, по поводу ниток. Здесь вообще, смотрите, какой запас ниток огромный. Мне кажется, большинство ниток хватит еще на один отшив. Разве что сложности могут возникнуть с металликом, потому что, ну, вы знаете, что гамовский металлик, он имеет свойство расслаиваться, поэтому я его не особенно экономила. К тому же я там еще и в бленде брала вместо одной нитки две, поэтому расход металлика у меня был, ну, большой. То есть, и когда он расслаивался, плохо там что-то получалось, он путался, я просто его выбрасывала. Ну, то есть не экономила абсолютно, но при этом он у меня остался все-таки. Вот, почти целая пасма. Всего остального осталось много. Прям много. По бисеру. Здесь 5 видов бисера. Вот зелененький остался, это петит золотой тоже есть. Вот такой бисер, он, кстати, очень интересный, так смотришь, он такого, ну, как бы вам сказать, телесного цвета с прокрашенной блестящей серединкой. Но вот на работе он выглядит каким-то то ли серебряным, то ли золотым. В общем, смотрится там совсем по-другому, очень здорово смотрится. Это у меня остался белый бисер, который крупный. Вот буквально 4 штучки у меня осталось белого бисера. И здесь должен был бы быть белый бисер петит, но у меня его не осталось совсем. Мне хватило тютелька в тютельку. Буквально вот последнюю штучку я пришиваю. И там с ужасом, можно сказать, смотрю, надо ли мне где-то еще пришивать. Выясняется, что фу, не надо точно. И вот хватило буквально один в один. Это, конечно, такой момент был напряженный. Возможно, у меня есть белый петит, но если бы где-то поискала, там в остатках от Милхил, например, я бы нашла, но неохота же, да, заморачиваться еще поисками, поэтому с бисером будьте внимательны, будьте аккуратнее. Я, честно говоря, вначале переживала по поводу того, что мне золотого петита может не хватить, потому что здесь вот это вот украшение, да, как я вам сказала, выкладное делается. Здесь непонятно количество бисера, которое нужно расположить в этой части. То есть там же можно чуть больше, чуть меньше. И я думаю, ну, вдруг не хватит. Но нет, с золотым как раз все обошлось нормально, а вот с белым прям напряженно. При том, что и с крупным, и с мелким. Ну, крупного хоть 4 запасных осталось, а мелкого вот как-то совсем я боялась, что мне не хватит. Ну вот, давайте еще раз полюбуемся на мою красавицу, прекрасную индианку. И я довольна в целом результатом. Мне кажется, все получилось хорошо. Да, где-то, конечно, пришлось потрудиться. Где-то, может быть, схема у меня немножечко вызвала какие-то вопросы. Но итог мне нравится. Итог, мне кажется, хороший. Пойдем мы с индианкой в воскресенье навстречу вышивальную показывать себя. Так, ну, Вот такая вот неделя у меня получилась. Мне кажется, неделька замечательная. Давайте вставлю коллаж. Я немножечко изменила коллаж. У меня теперь в нем 9 работ. И не шила из них я 4. Шале, дракон, зимний балпул и орел у меня не вышивались на этой неделе. И хорошо продвинулись у меня. Особенно хорошо у меня продвинулся, конечно же, дизайн на триоле с лучах заката. Здесь у меня 87% получилось сделать. Я, получается, за эту неделю вышила здесь почти что 2400 крестиков. На 1000 продвинулись лесной сэмплер и ангел от Лети Стич. И как раз в них по 43% получилось вот так вот ровненько. У хардангера я ставлю, ну, 60%. Это такая примерная цифра.
И индианка, конечно же, ей досталось на этой неделе больше всего внимания. Там 3214 крестиков я вышила. Ну, опять же, да, если мы будем в крестики пересчитывать. Ну и, конечно, последние, когда у меня было вот это вот в саге 900 крестиков, по факту я, конечно, с ними сидела очень долго. Ну, прямо очень долго. Ну, индианка у нас из коллажа ушла. И поэтому у нас остается пустое поле, старт. Я не стала делать два поля старт. Я оставила одно поле старт. А пока я хочу остаться в рамках 9 процессов. Я, конечно, не знаю. Может быть, все-таки я буду что-то начинать, ну, больше, чем одну работу. Но, может быть, в коллаж буду вносить только 9. То есть, чтобы у меня в коллаже было 9 работ. Может быть, как-то так. Такие у меня результаты. В общей сложности за неделю у меня получилось вышить 7655 крестиков. Это без учета хардангера. Хардангер, конечно, идет плюсом, бонусом. Поэтому результатами я, конечно же, довольна. На следующей неделе у меня есть интересная мысль по поводу, скажем так, концепта следующей вышивальной недели. Думаю, что вам понравится. Так что увидимся с вами через недельку. Обязательно приходите посмотреть видео. Я жду ваши голоса, жду ваши отзывы по поводу индианки или любого другого моего процесса. Ну и за что вы будете голосовать на следующей неделе, какой процесс хотели бы, чтобы я продвинула, тоже, конечно, комментарии оставляйте. На сегодня все. Всего вам самого-самого доброго. Увидимся. Пока-пока.